Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на тысячи подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок, Smart Responder и JustClick, а также разместить ваш рекламный видеоролик в наших видео на YouTube. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Приветствую вас, с вами Михаил Яковлев и канал Народный Бизнес. И сегодня я хочу вам предложить рассмотреть такой способ заработка в YouTube, как паразитирование в хорошем смысле этого слова на чужих видео, на каких-то знаменитых блогерах или на событиях, даже не связанных с YouTube. Например, смотрите, канал Мамикс, быстро развивающийся канал, и этот блогер, по-моему, его зовут Максим, отсюда и название канала Мамикс, он сделал видео 10 тысяч литров Кока-Кола плюс Ментос. За 2 недели уже почти 6 миллионов просмотров, и многие блогеры начали на этом паразитировать и тоже зарабатывать. Начали снимать видео про Максима, про его это видео на 10 тысяч литров колы. Видите, вот канал, вот еще канал снял видео, еще тут даже 1 миллион просмотров с лишним. И даже знаменитые блогеры, конечно, как они пройдут мимо такого события, многие из них на паразитирование известных событий и раскрутили свои каналы. Видите, еще и много. Многие даже неплохо набрали просмотров. И вот еще, паразитирование на тематике покемонов. Сейчас просто нездоровый интерес к этим покемонам. Все ловят этих покемонов, даже находят у себя дома. И многие блогеры, конечно, не обошли эту тематику стороной. И уже кучу видео выложено про покемонов. Все, что можно было рассказать, уже рассказано. И на этом неплохо зарабатывают. Следующий. В конце 2015 года известный блогер Михалыч с не менее известным блогером Симоновым выступили в бою на ринге. Об этом также свистел весь интернет. Очень много различных видео отснято было, как и до момента боя, так и после самого боя. И многие на этом также неплохо смогли заработать. Или вот, например, Версус Хованского и Ларина. Тоже кто только мог и хотел, снимал об этом свои видео и зарабатывали, набирали просмотры и подписчиков на свои каналы. Или вот, например, Мост в Крым. Тоже достаточно известная тематика. Совершенно не имеет к YouTube никакого отношения, но хорошо набирает просмотры, и можно сказать, кто про мост снимет хоть какое-то видео, оно практически гарантированно выстреливает и набирает достаточно большое количество просмотров. А вот, например, у ребят из канала Немагия, у них даже 2 канала, один основной, где они в хорошем смысле слова паразитируют на известных блогерах, на этом раскрутили свой канал и достаточно хорошо набирают просмотры, и в настоящее время уже почти 1 миллион подписчиков. И даже еще есть лайв-канал, здесь уже не только на блогерах, на каких-то известных событиях, о которых в том числе я и раньше вам рассказывал. Ну, тут более в простом режиме, но достаточно тоже неплохо набирают просмотры, по 0,5 лямчика каждое видео примерно набирает. А вот, например, жизнь YouTube. Тут даже в шапку канала Соболев поразмещал и понатыркал разных известных блогеров, чтобы таким способом за счет их подраскрутить свой канал. И все, что с YouTube связано, он как бабка-сплетница здесь выкладывает эти видео на своем канале и на этом раскручивает и зарабатывает. И при 366 тысяч подписчиков, смотрите, видосики-то у него за лям, за 2 лямчика просмотров-то, как правило, набирают. А вот знаменитый гангстер Юрий Хованский, он даже открыл плейлист, который называется «В гостях у Хованского». И здесь у него только каких знаменитых блогеров не было. Можете зайти посмотреть, конечно, ни один из этих блогеров у него в гостях не был, но его друг Кузьма, у которого тоже есть канал, он выступает в роли того или иного блогера, и таким способом тоже гангстер Хованский раскручивает свой канал, набирает на подобные видео хорошее число просмотров и зарабатывает. Видите, какая няшка милая. Ну вот, собственно, ребята, и все. Я думаю, вы уяснили то, что я хотел до вас донести, на чем можно неплохо заработать в YouTube, на каких событиях, связанных с YouTube или не связанных, или на там знаменитых блогеров, или даже не на блогерах, а на каких-то знаменитых личностях в офлайне. Если вы не знаете, как снять то или иное видео на эту тематику, то зайдите на указанные каналы, посмотрите, вот как, да просто вот как здесь про 10 тысяч литров другие блогеры снимают об этом известном событии видео, посмотрите, как они делают, и я думаю, вы сможете сделать не хуже. Поэтому смотрите, как делают другие, делайте еще лучше, и я думаю, что все у вас получится. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии,
и обязательно советуйте канал «Народный бизнес» своим друзьям и сами подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео и узнать о новых способах заработка в офлайне, в онлайне и, разумеется, на YouTube, на крутых способах без вложений. Всем пока-пока!